Родину Первого Совета посетил российский социолог, левый публицист Борис Кагарлицкий. На встречу с деятелем пришло большинство ивановских оппозиционеров. Были обозначены сферы, на которые левое движение должно сделать упор в своей работе. Это образование, трудовые права граждан и жилищно-коммунальное хозяйство. Борис Юльевич также заметил, что несмотря на незначительные различия во взглядах, все левые политические течения в определенных ситуациях должны действовать совместно.